Красноярске открылся первый парк технического творчества «Технодром». Гости парка уже успели посоревноваться и оценить покрытие, созданное специально для автомобилей. Подробности первых гонок у Александры Словецкой. Смотри, молодежный форум. На этой трассе все по-настоящему. Скорость, заносы и аварии. В машинах есть двигатель и подвеска. Геннадий – гонщик со стажем, но признается, что на этих соревнованиях даже ему пришлось нелегко. Следить за своей моделью, за чужой моделью, чтобы столкновений не было, чтобы не вылететь и не подставить других. Свою машину Геннадий шутя называют «мелкой». На первых соревнованиях технодрома она его не подвела и на финише обошла всех. Машина первая, корпус второй. Первый корпус был такой Silvia S15, ну, для дрифтеров более известный. А это единственная девушка, которая решила погонять на трассе. Для своих 12 лет Юля водит лихо. Мне показалось трудно, но под конец мне уже стало чуть-чуть полегче, и мне понравилось. Я хочу стать гонщиком, в будущем возможно. Такая мечта имеет все шансы воплотиться в жизнь, ведь открытие технодрома только первый шаг. Сегодня, я думаю, достаточно значимое событие. Из этого вроде бы казалось маленькой точкой, я верю в то, что здесь развернется серьезная молодежь. Технодром открывает дорогу радиоуправляемым авто и авиамоделям, ведь гонять по обычному асфальту им трудно, слишком много неровностей. Совсем другое дело – специальное покрытие. Оно максимально близко подходит к дорожному покрытию, если его масштабировать до уровня этих моделей. Оно еще тем хорошо, что машина себя ведет точно так же, как и настоящий автомобиль на обычной дороге. Технодром открыт для всех желающих. В скором времени здесь заработают секции и клубы. Так что поехали! Смотри, молодежный фон.